Прием документов на субсидии ведется для личных подсобных хозяйств, крестьянских, фермерских хозяйств и предпринимателей, работающих в сфере сельхозпроизводства. В данный момент выделены дополнительные средства на субсидирование малых форм хозяйствования, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории Северского района. Прием документов от граждан, претендующих на получение субсидий, начался 30 ноября в районном управлении сельского лесного хозяйства и продовольствия. Все подробности можно уточнить по адресу. Станица Северская, улица Петровского, 4, третий этаж. Приемные дни со вторника по четверг с 9 утра до часу дня. Телефон для справок 8 861 66 2 52 17.